Американцы очень добры и отзывчивы, моральные, можно сказать. Но дело в том, что они поставили себе целью деньги. То есть аморально деньги любой ценой. Это вот удивительный эксперимент, вот он проводится уже 200 лет на территории Америки, что оказывается, поставив целью погоню за деньгами, или даже изначально имея аморальную цель, как у нас всегда учила коммунистическая партия, погоню за деньгами, прийти к столь моральному обществу. Потому что вежливость 10 баллов в Америке. Деньги они зарабатывают большие. По сути, они не такие уж зациклены на деньгах. Они очень много занимаются благотворительностью. То есть много делают от души. И это общество сложилось из того, что они изначально признали погоню за деньгами и зафиксировали ее. То есть они зафиксировали порог каждого человека.